Так, короче, сейчас будет какой-то экшен, наверное. Я собираю спиннинг на всякий случай. У меня только что одна ушла. Такая грамм на 600. Щука сорвалась. Я что-то от счастья начал ее вытягивать слишком быстро, а она у лодки уже спрыгнула. И вот я решил все-таки поплавок снять. Мне кажется, там что-то стоит, на которой я плыву. Я думаю, тут должна быть щука. Он размотанный. Я думаю, неспроста. Мне тяжело одному, блин. Ветер мне лодку швыряет, как кошку на аэропорту. В аэропорту. Вот, судя по всему, там кто-то есть. А может быть, нет. По-моему, уже никого нет. Да ну нафиг, опять никого. Да что ж такое-то, а? Опять никого. Как так? Так, я подплыл под плавку, который был утонувшись. Я, судя по порванной тине, понял, что здесь рыба. Нет. И там что-то есть. Я боюсь, как бы она все-таки не ушла. Это я, между прочим, поставил мертвого окунька. А нет, там же полуживая плотвичка была. Вот что-то есть. Блин, но... Напутала. Я даже не знаю. Как хорошо, когда один. Столько сразу рук появляется. И сразу, я надеюсь, там килограмма на 3-4 хотя бы. Хорошо, хоть ветер чуть-чуть стих. Чик. Ты где, Вася? Эй, Вася! Что делать? Думай, Серега. Оп! Что-то оторвался, опять оторвался. Надеюсь, не рыба. Блин, и по морде дал. Ничего, нормально. Ну, килограммка. Ром! Килограммчик! Рома там живцов добывает. Фу. А я и думаю, я уже оплавал, блин, у меня поплавок пропал. Вот этот красненький. Вот. Я такой уже оплыл остров, думаю, блин, может, ветром унесло. Потом думаю, нет, приплыву на то же место, может, он утонул. И он как раз такой под водой, так, вот так вот был. Вот. То есть, может быть, если вы думаете, что потеряли поплавок, а он на самом деле... А, кстати, тройник уже спрыгнул. Она была на грани. То есть, хорошо, что подсачник есть. Вот. И, короче, уже не первый раз. Думаю, что поплавки пропали, уплыли куда-то. У нас раньше было, оплывали озера, а они, может быть, щука клюнула. Обмотала тину, а потом последний конец поплавка, который привязан, леска привязана когда к поплавку, она его дергает и притапливает, и он, в общем, там запутывается еще больше. И, в общем, он остается в притопленном состоянии. А ты думаешь, поплавок пропал. А надо его искать на том же месте, где ты его и ставил. Маленький совет от маленького рыбака. Подписывайтесь на мой канал. Всем чаю с пряниками.